Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин. Я жду вашей реакции, ваши плюсики. Буду говорить о том, что трансляция идет нормально, что вы меня видите и слышите. Как только будет понятно, что у нас с вами есть обратная связь, мы начнем наш обзор. Итак, делаю небольшую паузу и жду, когда вы отреагируете. Вижу, что все хорошо. Давайте начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики. Посмотрим календарик, что у нас выходило, что нас ожидает сегодня. Ну и, как обычно, по вторникам посмотрим важные, ключевые самые события текущей недели. Начнем с того, что вчера было выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги. Ну, он ничего не сказал, но защищал свою программу количественного смягчения. В частности, в новостной ленте Prime говорится, что президент ЕЦБ Марио Драги, выступая в понедельник на мероприятии, организованном Deutsche Börse, то есть немецкой бирже, защищал программу ЕЦБ по стимулированию экономики и инфляции. За 4 дня до этого он дал понять, что Центральный банк готовится к расширению этой программы. Драги открыто ответил критикам из Германии и других стран, которые предупреждали, что продолжительный период чрезвычайно низких процентных ставок создает риски для экономики. Время вновь показало, что критики принятых нами решений были неправы, сказал Марио Драги. Хотя низкие процентные ставки могут спровоцировать чрезмерную склонность к риску, мы не наблюдаем тревожных сигналов и какой-то серьезной финансовой нестабильности, заметил он. Каких-то важных моментов относительно того, каковы будут конкретные цифры по программе стимулирования, не было, поэтому евро торговался достаточно спокойно. В принципе, рынки уже готовы к тому, что программа будет расширена. Ничего нового рынки не узнали, поэтому к серьезной волатильности вчерашнее это выступление не привело. Рано утром сегодня по Японии вышли цены на корпоративные услуги. Они немножечко выросли. Если до этого у нас рост составлял 0,2%, то теперь 0,4%. Это, несомненно, конечно, позитивный фактор, но не самая значимая новость, поэтому очень сильно рынок на это не реагировал. Все, конечно же, будут ждать пятничных событий по Японии. Там у нас будут ключевые данные по Японии, но об этом мы с вами поговорим чуточку позже. 10.00. По Швейцарии сегодня были данные по торговому балансу. Торговый баланс оказался профицитным. Это, несомненно, позитивный фактор, но при этом он оказался хуже прогнозного значения. Если до этого у нас был профицит, составлял 3,159 миллиарда, то теперь ожидали по прогнозам 3,3 миллиарда, но он составил 2 миллиарда 54 миллиона. Ну, если быть точным, 544 миллиона. При этом, повторюсь, позитивный, и вот оценка потихонечку меняется экономических процессов, происходящих в Швейцарии. В частности, экономисты UBS уже прогнозируют, что в этом году швейцарский национальный банк сохранит ставку по депозитам без изменений на уровне минус 0,75%, так как темпы роста страны немного ускоряются по сравнению с 2015 годом. То есть уже идут определенные позитивные сдвиги. Швейцарский национальный банк, вероятно, воздержится от изменения отрицательной ставки по депозитам в этом году, только если станет невозможным проводить интервенции для сохранения курса пары евро-швейцарский франк в диапазоне от 1,07 до 1,10. Центральный банк продвинет ставку вглубь негативной территории, говорят аналитики UBS. По прогнозам UBS, в этом году ВВП Швейцарии вырастет на 1,4% после увеличения на 1% в 2015 году, а потребительские цены снизятся всего на 0,4%, то есть отрицательная динамика все больше сокращается, она все еще сохраняется пока что на негативной территории, но при этом наблюдается положительная динамика, то есть темпы падения снижаются, и вполне возможно, сначала мы увидим полное замедление какого-либо движения, а вполне возможно, потом цены еще и начнут расти. В 13.45 было выступление главы Банка Англии Марка Карни. После его выступления британский фунт ощутил определенную поддержку. Ну и в частности, управляющий Банк Англии Марк Карни подтвердил, что условия для повышения процентных ставок отсутствуют.
Для этого необходим опережающий тренд роста экономики и удельной оплаты труда, сказал он, выступая в парламенте. Но тем не менее, хотя речь не идет о повышении процентных ставок, видимо, постольку он позитивно достаточно оценивает сейчас ситуацию и в британской экономике, как я уже сказал, британский фунт тем не менее укрепился. Далее он тут высказывался по поводу повышения процентных ставок Федеральной резервной системы. В частности, вот говорится, что по поводу декабрьского повышения ставок ФРС, Карни сказал, что экономика США самая закрытая из развитых экономик. Повторив свое мнение, которое он озвучил на прошлой неделе, им было сделано заявление, когда говорил о расхождении направленной кредитно-денежной политики США и Великобритании. То есть они движутся сейчас совершенно в разных плоскостях, да? У них нет никакой скоординированности. По его словам, повышение ставок ФРС внесло свой вклад в дестабилизацию рынков, но не было, конечно же, первопричиной. Не было основной причиной, сказал Марк Карни. Как я уже сказал, британский фунт укрепился с того момента, как выступал Марк Карни. Вот, да, других новостей пока что сегодня нет. В 16.55 индекс розничных продаж по данным красной книги Red Book. Посмотрим, какие они будут. В 17.00 индекс цен на жилье S&P. В 17.45 индекс деловой активности в секторе услуг по данным Market. Ожидается рост. Ну, правда, небольшая отрицательная динамика до этого. Индекс составлял 54,3, достаточно хороший показатель. 50 – это нейтрально, все, что больше 50, говорит о росте. Вот здесь рост, но он чуточку ниже, чем был в предыдущий отчетный период. В 17.45 будет составной индекс деловой активности, тоже по данным Market. Посмотрим, каковы будут данные, прогнозного значения нет. Уровень доверия потребителей достаточно высокий, но и практически совпадает с предыдущим значением. Был до этого 96,5, на том же уровне остается, судя по прогнозам. Завтра в среду, это то, что было сегодня, завтра у нас с вами один из ключевых моментов текущей недели, это решение Федеральной резервной системы по процентной ставке. Скорее всего, вот здесь нет никаких прогнозных значений, но думаю, что поскольку логика очень простая, да, раньше Федеральная резервная система озвучивала то, что она будет повышать в течение года примерно на 1%, вот. Если это по 25 базисных пунктов, одно уже такое повышение было, то это где-то примерно один раз в квартал, не ранее это произойдет. Ну и поскольку у нас еще не прошло 3 месяца с предыдущего повышения, поэтому вряд ли в этот раз речь пойдет о повышении процентных ставок. А вот основная эта интрига как раз не в этом. Самое главное, это будет в комментариях ФРС по кредитно-денежной политике. Посмотрите, вот данные по темпам покупок. У нас, значит, казначейских облигаций Федрезервом, ну и покупок бумаг по ипотеке, ипотечных бумаг, то же самое. Раньше этих цифр вообще не было в календаре. То, что они появились, это, как говорил один из величайших трейдеров современности Винни-Пух, это неспроста, само дерево жужжать не может. То есть, если эти цифры появились, значит, в общем-то, уже рынки понемножку настроены на то, что вполне возможно, эти цифры могут поменяться с нуля на плюс. Это будет говорить о том, что опять запускается печатный станок, и у нас опять будет работать программа стимулирования. Поскольку сейчас практически все критикуют Федеральную резервную систему за то, что она начала повышать процентные ставки и тем самым внесла большую турбулентность на все практически финансовые рынки, поскольку в условиях, когда вся мировая экономика замедляется в целом, вот посчитали, что далеко не самый оптимальный момент был для того, чтобы начинать повышать процентные ставки. Во всяком случае, интрига сохраняется. Для тех, кто, может быть, не очень хорошо пока что ориентируется в хитросплетениях фундаментального анализа, чтобы говорить на простом достаточно языке, приведу следующий пример. Если ставки повысят, это должно привести к укреплению американского доллара. Если начнут выкупать бумаги, это будет говорить о снижении стоимости американского доллара. Вот, но может произойти так, что ни здесь мы изменений с вами не увидим, но самые существенные влияния на рынок могут оказать именно комментарии Федрезерва, американского регулятора, относительно дальнейшей траектории своей кредитно-денежной политики. Вот это будет вся интрига как раз здесь, поэтому в 22 можно ждать
очень высокой волатильности. Ну и если ФРС поведет себя достаточно спокойно и разумно, не будет делать каких-то резких телодвижений, резких заявлений, если тон комментариев будет достаточно спокойный и нейтральный, вполне возможно, что мы избежим каких-то очень резких колебаний по американской валюте. Но при этом, повторюсь, все-таки интрига сохраняется, да? Здесь всякое может произойти. В четверг из ключевых данных у нас данные по Соединенным Штатам – это заказы на товары длительного пользования, те товары, которыми пользуются более 3 лет, это достаточно серьезные такие покупки, как квартиры, серьезные достаточно машины, дорогие машины, яхты, самолеты, ну и так далее, да, то есть достаточно серьезные покупки. Вот. Ожидается снижение этого показателя, данные не очень позитивные, ну и заказы на товары длительного пользования без учета транспорта. Тоже ожидается снижение на 0,1%. Посмотрим, что у нас будет выходить по факту. Далее у нас с вами в пятницу достаточно насыщенный новостями день. В первой половине дня выходят данные по Китаю, это потребительские цены. Вот. Ну и что самое важное, это решение Банка Японии по процентной ставке, пресс-конференции, комментарии по кредитно-денежной политике Банка Японии. Включит ли еще большее стимулирование Банка Японии, поскольку пока что уровень инфляции очень далек правильнее, наверное, будет сказать то, что инфляция пока что не приближается к уровню в 2%, о котором очень давно уже заявляет Банк Японии. Вот. Но при этом глава Банка Японии, господин Курода, постоянно говорит, что состояние дела его вполне устраивает. Просто если что-то очень сильно изменится на рынках, банк готов прибегнуть к программе стимулирования, увеличить эту программу. Вот, и, соответственно, понизить курс своей национальной валюты. По большому счету, рынки уже очень давно этого ждут. И вот если посмотреть в новостной ленте Dow Jones, то, вернее, Prime, сейчас это уже Prime был, до Нового года у нас был Dow Jones, поэтому я иногда по привычке называю старое. Вы должны, конечно же, понимать, что речь идет о новостном потоке Prime. Так вот, там говорят о том, что все рынки очень активно ждут вот этого события в пятницу, какое же решение примет японский регулятор и каковы будут его комментарии. В случае, если он прибегнет к стимулированию, то японская иена может подешеветь, и график доллара японской иены, соответственно, с вами может двинуться вверх. Это будет в первой половине дня, в 6 часов утра по московскому времени, а во второй половине дня у нас сначала будут данные по инфляции в еврозоне, индекс потребительских цен, годовые данные. Ожидается, что рост будет на 0,4%. Основной индекс, посмотрим, каков будет. Вот предыдущий рост составлял почти 1%, без 1,1%, если быть точным, 0,9%. И в 16:30 годовые данные ВВП по Соединенным Штатам. Ожидается значение рост на 0,8%. Посмотрим, что будет выходить по факту. Каковы будут фактические значения. Ну, одновременно с этим 16:30 выходит торговый баланс по Соединенным Штатам. Он традиционно дефицитный. Здесь пугаться ничего не стоит. То, что уже очень-очень давно он является дефицитным в Соединенных Штатах. И уже все привыкли к этому совершенно спокойно. К этому относятся. Ну и в этот раз еще индекс цен внутренних приобретений за 4-й квартал. Тоже здесь почему-то этому придается большое значение, именно внутренние приобретения. Ну, скорее всего, наверное, будет как-то связано с движениями капитала, с денежными потоками. Чем выше этот индекс, то это, наверное, будет говорить как раз о положительных денежных потоках. Вот примерно такой у нас с вами новостной фон на эту неделю. Событий достаточно много. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Если у вас есть какие-то вопросы, напишите сначала коротенькое слово «есть». Я сделаю паузу, подожду, пока вы свой вопрос напечатаете, и постараюсь на ваш вопрос ответить. Если же вопросов нет, ставьте плюсик, мы пойдем с вами дальше и посмотрим, как ситуация на текущий момент развивается с технической точки зрения. У Михаила есть вопрос. Давайте, Михаил. Нет вопросов, да? То есть вы поставили плюсик, значит, вопросов нет. Хорошо, тогда идем дальше.
смотрим технику, что у нас с вами по технике. Как обычно, начинаем с нефтяных котировок. За вчерашний день цены у нас с вами упали, мы об этом говорили, оттолкнулись как раз от своего среднемесячного значения. Но если посмотреть на часовой таймфрейм, то движение было следующее. Если оценить вот это вот движение, которое было вчера, да, давайте набросим уровень Фибоначчи, все достаточно четко и замечательно. Да, у нас цены как раз сейчас остановились на уровне 50% коррекции в текущий момент. Да, вот то, что было от вчерашнего движения у нас с вами, посмотрите, пожалуйста. Да, вот. Поднялись до 50, немножечко отошли. Вот. А чтобы посмотреть тот уровень, до которого они сегодня падали, это нужно брать как раз с точностью до наоборот. Вот откуда у нас цены начинали расти, посмотрите, как раз на 61 фиби они остановились. То есть уровень Фибоначчи 61.8 удержал, цены пошли вверх, и сейчас вот здесь локально развернулись на 50% уровне Фибоначчи. Это у нас нефть марки Brent. На текущий момент все-таки цены торгуют чуть выше 30 долларов за баррель. Если посмотреть нефть марки WTI, то там картиночка очень похожая, тоже чуть выше 30 сейчас идет торговля. Но опять же, если смотреть на часовом таймфрейме, посмотрите, да, то же самое, очень похожая картинка. То есть практически ничего не меняется. Если посмотреть, откуда цены оттолкнулись сегодня, то есть уровень 61.8, ну опять, если же взять то движение, которое было вчера, вот так вот посмотреть уже, да, то у нас цены практически тоже на 50% движении от вчерашнего развернулись и тихонечко двинулись вниз. Теперь смотрим на индекс американского доллара. Ну, надо сказать, что и та, и другая нефть, обе марки торгуются примерно сейчас на уровне своих среднедельных значений. Все достаточно взвешено, поэтому на текущий момент, вот, если цена находится где-то между среднемесячным и среднедельным значением, это достаточно такое уравновешенное состояние. Ну, более-менее сбалансированное, скажем так, наверное. Индекс американского доллара никуда сильно не отрывался от своего средневзвешенного состояния. Это значение цены за месяц 98.95. Сейчас торгуется чуточку выше, на уровне 99.35. Теперь смотрим на индекс, шестерку мажорных валютных пар, который этот самый индекс американского доллара составляет. И начинаем, как обычно, с пары евро-доллар. Если брать диапазонную торговую систему, то день сегодня не торговый, поскольку цены находятся в средней трети. Если брать трендовую торговую систему, то один трендовый индикатор говорит, что сегодня тренд нисходящий в фазе импульса, и нужно посмотреть, что у нас с гистограммой. Здесь со знаком минус нолик 30.5.41.61.38. Гистограмма таки повышается, находясь ниже нулевой отметки, поэтому если здесь у нас фаза импульса, то здесь фаза отката. Поэтому по евро-доллару обе торговые системы, и диапазонные, и трендовые, говорят о невозможности сегодня торговать по паре евро-доллар. Поэтому лучше находиться вне рынка и подождать пока. Самый идеальный вариант, конечно, подождать, пока цены вообще вырвутся из вот этого боковика, в котором находится уже длительное время европейская валюта. Вот он здесь обозначен. Давайте его пока оставим, пусть он вот таким сереньким у нас будет. Поскольку здесь все достаточно однозначно, я даже не задаю вопрос, все ли ясно, все ли понятно. Находимся вне рынка, идем сразу дальше и смотрим британский фунт, что у нас по британцу. Здесь полное противоречие трендовых индикаторов. Если этот говорит о медвежьей доминанте, то здесь у нас доминанты бычьи. Они взаимно друг друга поглощают, и значит, в целом мы делаем вывод, что сегодня состояние полной неопределенности по британскому фунту, поэтому по фунту лучше в рынок не входить и от сделок воздержаться по этой консервативной среднесрочной торговой системе. Австралиец, тренд нисходящий, тренд восходящий. Очень похожая картиночка с точки зрения трендовых индикаторов. Не графически, конечно, да, именно вот как ведут себя трендовые индикаторы. С британским фунтом. Там неопределенно, здесь то же самое. Здесь доминанты медвежьи, здесь бычьи. Они нивелируют друг друга. Значит, сегодня состояние неопределенности. Ни одна из мажорных валютных пар, являющихся обратными котировками, не дает возможности сегодня торговать.
Идем дальше, смотрим триаду прямых котировок и начинаем с пары доллара японской иены. Тренд нисходящий, тренд восходящий. Опять же, трендовые индикаторы друг другу противоречат. Значит, по японской иене не может быть никакой речи о торговле. Сегодня тоже находимся вне рынка и выступаем только в качестве сторонних наблюдателей. Швейцарский франк. Тренд восходящий в фазе импульса. Теперь смотрим, что у нас с гистограммой. 3.0, 85.33, 91.03. Тренд восходящий в фазе импульса. Нет никаких диверов. Здесь стандартный день покупок. То есть здесь все совершенно четко. Направление сделки известно. Вверх, бай, покупки, объем стандартный. Смотрим внутреннюю структуру. У нас идет волна прилива. Нужно подождать, когда прилив закончится. Затем сформируется волна отлива и начнет формироваться новая приливная волна. Должен быть сигнал осциллятора в покупку. Дело в том, что сейчас сигнал был, но он уже запоздал, и после сигнала у нас уже возросла волатильность, поэтому сейчас, конечно же, в рынок входить нельзя. Это нужно было делать значительно раньше, пока еще не было вот этого движения вверх. Как только цены пошли вверх, все, значит, о начале торговли можно было забыть. А вот здесь, конечно, можно было открываться. Вот. Ну и с целью, как мы с вами говорили вчера, у нас цель вполне очевидная по швейцарскому франку – 1.032. Те, кто в рынок не вошли, повторюсь, нужно подождать новой волны отлива и на формировании уже приливной волны по сигналу осциллятора в покупку вы определите момент входа, после чего на часовом таймфрейме должно быть еще и боковое движение. Консолидация. Если все условия выполнятся, значит, можно будет поставить отложенный приказ buy-stop, определить точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. Цель я уже на сегодня озвучил. Это 1.032. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции по швейцарской валюте. Пожалуйста, отреагируйте. Если есть какие-то вопросы, сначала пишем коротенькое слово «есть». Если же вопросов нет, ставим плюсик. И идем дальше, смотрим. Еще два финансовых инструмента, которые в рамках нашего с вами обзора. Если останется время, то вполне возможно по вашим пожеланиям посмотрим еще кое-что, если вы традиционно обратитесь с определенными пожеланиями. Итак, делаю паузу, жду, пока вы отреагируете. Вопросов нет, это значит, что все ясно, все понятно. Идем дальше, смотрим, что у нас с канадцем. Тренд восходящий, тренд нисходящий, индикаторы друг другу противоречат. Цены идут вниз, это говорит о том, что укрепляется канадский доллар. Ситуация не торговая, находимся вне рынка. Здесь совершенно все понятно. Золото, посмотрите, пожалуйста, мы вчера с вами отрисовали вот эту линию, открывая внутреннюю структуру. Кто-то из вас прямо как в воду глядел. Индикатор находится в зоне 65-61, чуть-чуть не дотянул он до зоны перекупленности. Но, тем не менее, поскольку он уже находится вблизи зоны перекупленности, если на часовом таймфрейме у нас цены пойдут сбок в какой-то момент, вот это будет достаточно комфортный момент для того, чтобы пытаться открыть позицию на продажу. А мы открываемся только в продажу, поскольку цены у нас смотрят, фильтры смотрят вниз, да? Ну и цель в этом случае у нас с вами будет минимум вот этой свечки, мы уже об этом говорили. 1071 доллар и еще 40 центов за одну тройскую унцию. Это будет ближняя цель, ну а дальше уже все поступенчато. Это вот к тем минимумам, которые были здесь. Первая цель, я ее уже озвучил. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Если есть вопросы, коротенькое слово «есть», я делаю паузу, жду, пока вы свой вопрос печатаете. Вопросов нет, ставим плюсик. Если есть пожелания, то очень быстренько их излагаем. У нас еще есть немножечко времени. Но вы для этого должны отреагировать, конечно. Спрашивают, буду ли я проводить семинары по техническому анализу индикаторным методом. Нет, этот семинар читает другой преподаватель. Ляхов Владимир Евгеньевич, он все очень хорошо, доступно излагает, поэтому вы можете спокойно смотреть его семинары. Спрашивают про уровень стоп-лосса. Это не обучающий курс, мы здесь не рассматриваем, как выставляется стоп-лосс. Стоп-лосс вы
выставляете каждый самостоятельно, исходя из ваших возможностей, каждый исходит из своего депозита. Спрашивают, если золото пойдет вверх. Ну пойдет и пойдет, ничего страшного. Значит, наша позиция не откроется. Мы уже будем открывать отложенный приказ sell-stop и защитим свою позицию стоп-лоссом, ничего страшного. А будет ли еще какие-либо семинары с моем исполнением? И я читаю базовый курс, первую его часть. Это будет на в следующем месяце, где-то в середине месяца. Следите. Меня интересуют вопросы по сути. Пока что вот я не услышал ни одного вопроса по сути. Похоже, что вопросов нет. Ну что ж, это не может не радовать, что все ясно, все понятно, и никто не хочет торговать внутри дня. Никто не попросил агрессивную торговую систему, которая называется «Могучий аллигатор». Сам я ее ни в коем случае не навязываю, только когда вы меня об этом просите. Поэтому давайте будем прощаться. Я благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя. Удачи всем.